Вот, ландыши зацвели. У нас было отсюда видео, но там ландыши еще не цвели. А сейчас вот их тут много-много, они вот вокруг дерева растут и цветут. Декоративная кисличка совершенно чудесная. У меня такая была, мне ее подруга подарила. В горшочке росла, а тут вот дикая. Ну, как дикая, на клумбе. Ребята, я впервые это вижу. У нас тут огромный маньчжурский орех растет, и вот это его цветочки, он красненьким цветет. Вот он тут огромный такой, огромный и с цветами. Вот тут у лестницы парапет, а на парапете очень интересное инженерное решение. Никто так и не понял, что это. Раньше тут просто трава росла очень красивыми группами, а теперь вот так вот. Так, а вот тут у нас ирга, и скоро будет много вкусного. Тут прям очень удобно с нее что-то есть отсюда. Ну вот мы будем ждать и вовремя придем. Нам надо опередить местных детей. Вот тут очень красивая клумба с маргаритками, какими-то фиолетовыми цветами, примулами желтыми, тюльпаном. Очень красиво. Только вот как то называется, я не знаю.